Это Сергей Воронцов, единственный в России иллюзионист, который выполняет все трюки знаменитого Гарри Гудини. Ловкость рук и никакого мошенничества, а уж тем более никакого плагиата. Каждый номер, который показывает артист, авторский. Он от и до создан в мастерской Воронцова. Если даже я повторяю какой-то эффект, я стараюсь сделать так, чтобы он был представлен совсем по-новому, в новой форме, в новом дизайне. Иллюзионистам нужно родиться. Я этим начал заниматься 6 лет, когда я только узнал о том, что существует этот жанр. Я этим очень сильно увлекся, и учитывая, что в те годы не было интернета, я искал различную литературу, всякие журналы, которых было очень сложно найти, и постепенно развивался, и что-то придумывал сам. То есть это очень долгий путь был, очень захватывающий, интересный. В ноябре 2019-го Сергей Воронцов получил звание иллюзиониста с мировым именем. Артисту присудили премию «Мерлин». Это профессиональная награда, которую с 1968 года вручают лучшим иллюзионистам планеты. Эта премия – высшая награда для иллюзиониста. Ее стали называть «Оскаром в мире магии». Премию «Мерлин» учредили еще в 20 веке. Ее лауреатами в свое время становились очень известные иллюзионисты – Гарри Блэкстоун, Ченнинг Поллок, Дэвид Копперфильд, Крис Энджел. Величайшие мастера получали эту награду. Почетную премию каждый год вручает президент Международного общества иллюзионистов Тони Хассини. Он следит за работой артистов иллюзионного жанра в разных странах мира и решает, кто пока не волшебник, а только учится, а кто уже достоин быть в списке лучших. Поздравляю, мой друг! Ты самая настоящая рок-звезда в мире магии! Рок-звезда в мире магии. Именно так Тони Хассини называет лауреатов премии «Мерлин». Лично с Сергеем Воронцовым Тони познакомился только в прошлом году, но наблюдает за российским артистом уже давно. Мне говорили, ты видел, что делает этот парень из России? Он потрясающий. Я слышал про Сергея Воронцова, слышал, что он великолепный иллюзионист. И подумал, надо приехать и самому увидеть его шоу. И вот в прошлом году я посмотрел его шоу в Москве и убедился. Это действительно фантастика, это супер-перформанс, стильно и оригинально. Иллюзионист совсем не волшебник. Каждый номер всего лишь на отлично выполненный трюк. Это навык, как игра на фортепиано или скрипке, говорит Тони Хассини. Магии нет, но хороший иллюзионист создает ее, когда своим мастерством заставляет людей поверить в то, что она существует. Ольга Бубнова, Аванесса Витисян, ТВ Брикс.